читать стихи. Меня зовут Маша Тарсукова, мне 8 лет. Я живу в городе Ярославль. Я буду читать стих Генриха Сабгира «Карман и комарик». Есть у меня карман и фонарик, карман и фонарик, карман и фонарик. Тогда у меня карман и комарик, карман и комарик, карман и комарик. Гнездышко с вилом в кармане моем. Вечером вылетит, песни поем. Он тенором, а я, разумеется, басом. Я этот бас прячу, храню под матрасом. В пустыне его я нашел как-то раз. Наверное, лев потерял этот бас. Есть у меня и другая находка. Другая находка, другая находка. В круглой коробке живая щекотка. Живая щекотка, живая щекотка. Однажды щекотке удрать удалось. Что было? Братишка смеялся до слез. А сколько-то кот по кушетке катался, а я со щекоткой сладить пытался. Хихикал комарик в кармане моем. Теперь я щекотку держу под замком. Щекотка, подумаешь, вот у меня. Что у тебя? Что у меня? В большом чемодане сидит болтовня. Сидит болтовня, сидит болтовня. Смешная, похожая на обезьяну, но я ее выпускать лучше не стану. Иначе с тобой случится беда, и ты не умолкнешь, боюсь, никогда.